Друзья, всем привет! Сегодня будет авторынок «Зеленый угол». Зайдем, посмотрим по наличию автомобилей, по состоянию, есть покупатели, нет покупателей. Хотя, в принципе, покупателя действительно нету. То есть покупателя стало намного меньше. Люди, по большей части, не стали приезжать, а стали покупать автомобили дистанционно. То, что автомобилей нету, это все, не знаю, откуда берутся все вот эти слухи. Авторынок «Зеленый угол», автомобили есть, он не закрыт, рынок работает. Да, автомобилей стало чуть поменьше, но, тем не менее, как бы привозы продолжаются, есть партии, приходят новые автомобили. Поэтому усаживаемся поудобнее, едем на авторынок, смотрим цены, наличие автомобилей. Ребят, и не надо на нас обижаться, сейчас объясню почему. Это касается разницы во времени. Разница с Москвой 7 часов, поэтому звоните, пожалуйста, в рабочее время. То есть посчитайте, там вы живете, допустим, в Иркутске, у вас такая разница, у Москвы такая, у Владивостока такая. Вот. Сегодня звонил человек в 2 часа ночи, 3 пропущенных вызова. В 3 часа приходит смс-ка. Вот вы в своих видео говорите, звоните, ни одного там пропущенного звонка нету, ни одной смс-ки пропущенной нету. Я вам звонил несколько раз, вы трубку не взяли. Во сколько вы звонили? В 2 часа ночи. А если бы я вам позвонил в 2 часа ночи, я думаю, то, что вы тоже трубку бы не взяли. Да? Поэтому, ребят, учитывайте, пожалуйста, разницу во времени. Так действительно отвечаем, общаемся со всеми. Вот. Ну и кто еще не подписан на наш канал, обязательно подписывайте, поддерживайте, ставьте лайки, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новое видео. Друзья, начнем с новинок авторынка. Посмотрите, что это за замечательный автомобиль. Toyota Corolla. Это, ну, реально новинка. Я на авторынке еще не видел с правым рулем, с левым рулем, да, они есть. Итак, это гибридная версия, обновленная Corolla, 2019 год, гибрид 1.8. Автомобиль, к сожалению, закрытый. Не знаю, соответствие аукционика. Так, как бы нам туда пробраться? Как бы нам туда пробраться? Но написано S. То есть Corolla, она реально изменилась. И по задней части, ну и в принципе вообще везде. Плюс сделали гибридную версию. Интересно, есть 4 ВД или нет? Сзади рычажная подвеска. Сонарчики, камера заднего вида установлена, цвет такой красивый, интересный цвет, родные литые диски, бесключевой доступ, зимняя резина, огромный монитор, кожаный руль, сиденья такие. Ну, как-нибудь найдем продавца, обязательно откроем автомобиль. Итак, это 2019 год, 1.8, новая, 1 миллион 690 тысяч рублей. Лежит аукционный лист, оценка S. Оценка S – это идет новый автомобиль. Рядом стоит Nissan Vanette, грузовая версия. То есть есть Nissan Bongo, Nissan Vanette, есть микроавтобусы, а есть вот такого плана грузовики. Основная масса, они идут все белые. Итак, Nissan Vanette, 13 год, без пробега, автомат, комплектация GL, хорошая комплектация, грузоподъемность 1250 кг. Общая длина 464,6, стоимостью 578 тысяч рублей. Кто-то, кстати, вот просил недавно показать, да, как бы есть нюансы, есть косячки, арочка вот такая вот подкрашена. Резина хорошая, практически новая, Goodyear, сам кузов. Ну, кузов, я думаю, однозначно его подкрашивали, потому что автомобиль такой рабочий, его постоянно эксплуатируют. Колеса сзади двойные, идут по ржавчине. Ну, в принципе, да, автомобиль не ржавый. Что касается ржавчины, вот знаете, бывает, смотришь автомобиль с пробегом 50 тысяч, но он настолько ржавый, то что я не знаю, то что там с ним что делали. Те две запасочки, специальное крепление. И бывает, смотришь автомобиль с пробегом, не знаю, 150-200 тысяч, а там реально, поверьте, придраться просто не к чему. Ну, тоже закрыт. Что касается людей на авторынке, да, их стало меньше. Как бы люди стали покупать автомобили по большей части, ну, больше именно дистанционно. Приезжать, не знаю, почему не приезжают. Что касается автомобилей, они есть. Итак, это Спада, 15 год, полторашка, 4 ВД. Две печки, два кондера, аукционный лист указан 4 балла. Нужно проверять. Цена на автомобиле не указана. Что у нас еще есть? Ну вот, пожалуйста, автобус Bongo, 14 год, 1.8, автомат 4 ВД, 3,5 балла. Такие автомобили, здесь цена не указана, но стоят они порядка где-то от 650 тысяч. Ну, тоже за 650 тысяч пробег будет, наверное, от 150
тысяч, то цены нету. Litais 1.5 литра, 4 ВД, 690 тысяч рублей. Аукционный лист, пробег 91 тысяча. По кузову покраска задней правой двери. Тоже такой мини-басик грузовой для работы, там, не знаю, в деревню. Ну, в семью, конечно, наверное, он не пойдет, в плане он такой, знаете, деревянненький. Грузоподъемность 700 килограмм. Следующий Honda Spike, 2013 год, иммобилайзер, две электродвери, аукционный лист лежит. Ну, стоимость таких автомобилей от, ну, в связи с поднятием цен, наверное, от 650 и выше. Хотя сейчас с ценами тоже что-то непонятное идет, в плане курс доллара, он все равно немного идет вниз, опускается. Еще один спайк, видите, да, вот как бы стояночка, она забита, то есть маленькие малышки их уже прячут куда-то к забору. Это мув сзади сонары, это уже свежий мув. Все автомобили закрыты, светлый салон, передние сиденья идут диваном, но он без климат-контроля. Итак, 4 балла, пробег на автомобиле указано 50 тысяч километров, датчик при столкновении, их здесь два стоит, один в решетке, в бампере спрятался, второй, где лобовое стекло. Полный бензин, компрессор, стоит автомобиль, вот видите, вот здесь на стекле написали, 16 год, 369 тысяч рублей. Мув, Subaru Stella, там автомобили одинаковые. Из кейкаров мне Мув нравится. Ну, во-первых, у него реально большой вместительный салон. И вот знаете, ну, допустим, DS какой-нибудь, он такой, как табуреточка идет. А Мув, он приятный по салону, у него лучше шумка. Ну, едет он намного поудачнее. Honda Jet, черный шикарный цвет. Вот многие там, почему шикарный, я говорю, да, спрашивают. Да потому что, когда автомобиль чисто, он реально, он смотрится шикарно, когда чисто наполирован, он просто блестит. Летняя резина на литье, закрыт. Сейчас попросим, наверное, надо пооткрывать, да, автомобили, посмотреть, это так неинтересно. Фары идут, линзы, сонарочков у нас нет. Гибрид, вижу датчик при столкновении, вижу 15 год, 870 тысяч рублей, аукционный лист есть, пробег 144 тысячи, видите, не 44, да, 144 тысячи, как бы, что касается, ребят, пробегов, вы сами прикиньте, вы сами подумайте, вот сколько вы наезжаете, какой вы наезжаете километраж в год. Вы же не ездите там 5000, да, не спорю, есть такие, которые там в год там 3-4, там 5000 наезжают, но основная масса людей, допустим, я по себе, да, сужу, я в год наезжаю где-то тысяч, наверное, 20. Вот и считайте, какие пробеги будут у автомобиля. Это уже Honda Shuttle, зима, колпаки Honda, зима, я имею в виду резина. Бесключевой доступ, есть такие автомобили 4 ВД, они все идут полторашечные. Кстати, вот этот у нас идет 4 ВД аукцион, цена 830 тысяч, тоже как бы, ну, такая неплохая, адекватная цена за данный автомобиль. Енот, Ноут, 17 год, 765 тысяч рублей, Power Hybrid, комплектация Медалист, белая кожа, 4 камеры, 765 тысяч рублей. Toyota Corolla Fielder за 695 тысяч рублей. Вот вышел продавец, нам сейчас какие-нибудь машинки пооткрывает. Откройте нам, пожалуйста, что-нибудь интересное. Jet, да, открытый. Ой, Jet, это Fit. Fit у нас 16 год, 1.3, 635 тысяч рублей. Комплектация такая идет, простенькая, руль обычно пластмассовый, зато есть круиз-контроль, есть климат-контроль, ручник, где положено, два подстаканника, подсветка работает в автомобиле. Фиты, кстати, почему-то не вот в гибридном исполнении, в гибридной версии, знаете, они как-то вот подросли в цене, прям скаканули вверх. Хорошая трансформация салона у фита. Ну и багажник тоже идет неплохой. Тазик целый. Целый. Так, еще засунуть бы. Открыли нам Джейда. Открыли? Да, открыли. Давайте посмотрим на внешний вид. Сразу смотрите, бросаются нам в глаза дворники. Да, они как бы смотрят в разные стороны. Фишка такая автомобиля. На каких-то еще автомобилях есть такой прикол. Итак. Салону
Кто не видел автомобиль, сейчас второй ряд открою, удивитесь, как там. Ну, здесь пластик, тканевая вставка, вот здесь не понять, что климат-контроль, большой магнитофон, я так понимаю, он родной. И смотрите, значит, фишка данного автомобиля, второй ряд сидений, здесь два места. Оп. Просто идет два кресла, да, то есть там третьего человека мы уже сюда не поставим. Для второго ряда сидений в Японии установлен монитор, очень удобно, обдув идет. Кресло второго ряда сидений, оно ездит, но обратите внимание, как бы вам так показать, оно вот отъезжает в бок. То есть сейчас обратно буду заезжать, где там потерял, вот так, оп, оно встало. Что касается места, места много, места удобно. Мне находиться в автомобиле здесь комфортно, даже вот сейчас дверь закрою, но реально комфортно. Ну, естественно, у нас спинка задних сидений, она у нас откидывается. Багажное отделение, ну и также там спрятался у нас третий ряд сидений. Здесь у нас столик идет, я так понимаю, он идет такой самодельный столик придумали. Пойдемте посмотрим багажное отделение. Естественно, при сложенном третьем ряде, да, оно такое, идет прям хорошее, вместительное. Ну, автомобиль, возможно, он только пришел, не знаю, когда он пришел. И я бы его, наверное, полирнул бы и пропылесосил бы. Вот такой вот Honda Jade гибрид. Toyota Prius 20 кузов. Опять их понавезли. Вот буквально 10 минут назад закончили поиск автомобиля. Купили за 585 тысяч. С пробегом, по-моему, 115 тысяч. В принципе, целый, довольно-таки неплохой автомобиль. Honda Fit в черном цвете. Летняя резина. Он у нас идет без литья. Ручка не хром, это накладки идут. Климат-контроль, мультируль, круиз-контроля нет. Цена тоже не указана. Honda Fit 2017 год 1.3. 17 года вот они вот только стали проходными. Еще один Fit. Давайте цены смотреть. Ну, просто вот посмотрите по наличию автомобиля. Да, вот первая стоянка, так называемая лидер. В принципе, пустых мест здесь нету. Ну, вот опять стоит 20-й Prius, 9-й год, серый цвет. Комплектация небогатая, 599 тысяч рублей. Лежит аукционный лист, указано 4 балла, пробег 154 тысячи. Ну, в принципе, похоже на правду. Honda GRS 2015 год, гибрид, комплектация EX, ценник тоже не указан. Цены нет. Toyota Corolla Fielder, цены тоже нет. Subaru Forester идет уже в рестайле, фары, линзы, датчики при столкновении, тоже цены нет. Еще один грузовик, такой приметный цвет, Vanette, 2014 год, 12 месяц, 599 тысяч рублей. Вот здесь видно, да, по состоянию кузова, то, что, кстати, он идет на палке, на коробке. Здесь видно то, что кузовом, в принципе, никто не занимался. Кузов никто не красил. По низу автомобиль. Тоже ржавчины. Ржавчины нет. Пройдем немного вглубь. Поищем автомобили с ценами. Nissan Days. Это не DS, это Mitsubishi. То же самое, в принципе, один в один. 345 тысяч рублей, автомобиль 2015 года выпуска. Что у нас там по низу происходит? Ничего интересного. Климат-контроль есть, без климат-контроля на крутилочках. Ну, конечно, они идут намного подешевле. Honda Acti чем-то напоминает Hi-Jet, 15 год, 4 ВД, 320 тысяч рублей. Вот эти малышки, ну, они реально капец с какими-то пробегами приходят, с бешеными. Японцы их почему-то любят, они ездят на них довольно-таки много. Недавно смотрели Hi-Jet'а. Что у нас там по низу, в принципе, ржавчины нету, редуктор, все как положено. Смотрели Hi-Jet'а, вот там хозяин, там чуть ли не клялся, пробег родной 80 тысяч. В итоге открыли аукционный лист, и то не аукционный лист, а в статистике автомобиль не нашли. Нашли его в дополнительных базах. 386 тысяч. И он ездит.
Esquire цены нету, но за Esquire ценник, наверное, 1 150 000 и выше, все зависит от комплектации, от состояния, от пробега, все как обычно. Еще один Subaru Forester, это уже 2017 год, цена не указана. 2018 год, цена тоже не указана. Еще один грузовичок стоит, либо Bongo, либо Vanette. Либо Bongo, либо Vanette, да, это стоит Nissan Vanette, механика, 4L4H 799 000 рублей. Вот Subaru Forester в рестайле, в хорошей комплектации, 1 455 000 рублей. Еще один стоит Litais, с таким, с нереально огромным багажником, он такой, знаете, как будто бы как самопальный идет, его, конечно, бы покрасить было бы неплохо. GL-овский. Вот это вот зеркало заднего вида, оно очень удобно, и в принципе камера заднего вида, она не нужна. Он у нас стоит 705 000 рублей. Honda Freed Spike, 10-й год, 1,5 литра, 555 000 рублей. Как бы 10-й, там 9-й, 10-й год, естественно, он в цене будет намного меньше. Тоже аукционик лежит. Пробег 116 000, W2, что там, P3, B2, ну так по мелочи, в принципе, по кузову есть. Он на литье, на зимней резине, ах да, и цена на них еще разнится, отличается именно по комплектации. То есть климат-контроль, без климат-контроль, там одна электродверь, мультируль, кожаные вставки, круиз-контроль и так далее. Toyota Wildfire 2018 года выпуска, 2,5, агрессивная морда, прям ну реально очень шикарно смотрится, 2 550 000 рублей. Полный мультируль, круиз-контроль, кожаные сиденья, подогревы, электродвери, бесключевой доступ, родное литье, новая зимняя резина, установлены сонары. Ну, шикарно, такой премиум вип-бас, семейный микроавтобус. Еще один Spike, 13-й год, белый цвет, уже лето, бесключевой доступ, мультируль есть, 2013 год, 4WD, 715 000 рублей. Ну как бы для автомобиля 4WD 2013 года 715 – это хорошая адекватная цена. Вот стоит черный цвет, 14-й год, передний привод, Big Xenon, 2 электродвери, 625 000. Toyota Probox, белый цвет, как видите, 17-й год, 1,5 литра, 4WD, без литья, DX Comfort, система активной безопасности, антиюз, корректор фар, за 625 000 рублей. Ну, как бы, Probox, 17-й год, 4WD, 625 000 рублей, тоже цена такая заманчивая. Довольно-таки хорошая. Honda Grace, сейчас посмотрим на цену. Гибрид она, нет? Нет. Не гибрид, да? Простая. 695 000 рублей. Рядом стоит Suzuki Swift, 16-й год, 1,2, передний привод, климат-контроль, 475 000 рублей. Вот хорошо, когда цены написаны, да? Так ходишь и пытаешься там что-то высмотреть. Итак, еще один Subaru Forester, 13-й год, 2 литра, коробка, 1 080 000 рублей. Ну, такая комплектация у него простая, поэтому, видимо, стоит так дешево. Subaru Impreza на родном литье. Повторители, 805 000 рублей, 16-й год, 4WD. Комплектация идет не из богатых. Вот стоит в гибридном исполнении. Повторители, кожаный руль, круиз-контроль, сиденья такие двухцветные идут. Здесь у нас 82-92, это, видимо, масло меняли. Ну, это Subaru, что тут сказать. Бардачок вот такой прячется. Еще один бардачок, розетка 12 вольт, вариатор, ручное переключение передач. Ну, магнитофон могли бы и поставить. Что ж такое магнитофон поставили? Аукционник, эрка, покраска левого порога, покраска левой передней двери, покраска заднего левого крыла, замена задней левой двери, пробег
100 тысяч на автомобиле. Там у нас прячется... Что там у нас прячется? USB вход у нас прячется. Телефончики можно заряжать. Ну, вот сюда выводится компьютер. Давайте багажное отделение глянем. Не, второй ряд сидений тоже надо посмотреть. Как без этого? Сиденья складываются, ровного пола нету. Вот здесь такой небольшой идет подъемчик. Вижу, отсюда есть шторка в багажнике. Кстати, вот здесь идет кожаная вставка. Багажник, смотря с чем сравнивать, конечно. Полка, не знаю. Вот кто пользуется этой полкой, напишите в комментариях. Я, допустим, вообще ее снял. Что там, запаска есть? Нету. Неудобно мне одной рукой туда лезть, но по идее должна быть здесь, должна быть запаска. Итак, Impreza 4WD на родном литье. Комплектация так себе, 16-й год, 805 тысяч. Это идет Алио, ну тоже такой популярный автомобиль, популярный седан. Он классом повыше, чем Axio идет. Ну и, соответственно, цена у него будет подороже. 11-й год, 1,5 литра, 780 тысяч рублей. Ну, как бы, конечно, не слабо. На литье, габаритная антенка, повторители, бесключевой доступ, светлый салон. Пишите в комментариях, как вы относитесь к светлому салону. Допустим, мне он вообще не нравится. Никак. Допустим, берем Axio, да, у Axio здесь такое все идет деревянное, здесь вставка кожаная, здесь, знаете, он пластик идет, даже вот прям пластик идет мягкий. Что там спрятали у нас? Что это, просто идет бардачок. Японские накидочки. Здесь вот даже вниз, да, вот Алион и премиум, у них ковыри прям такие толстые-толстые остались. Сиденья у нас здесь опускаются вот таким образом. Получаем доступ в багажное отделение. Сейчас посмотрим тоже еще на объем багажника. Вот задняя часть автомобиля. Ух ты, видите, как у нас багажники сами открываются, не подходя к автомобилю. И здесь тоже с кнопочки. А закрываться сами могут? Нет? Не научились еще? Надо обучить. Надо обучить. Сейчас сканер принесем, обучим. Запаска новая. Вот видите, багажное отделение тоже, когда автомобиль светлый. Ну, не знаю, что с ним делать. Что? Ванночки. Ванночки? Ванночки. Так, ладно, это был Алион, это уже идет премиум. Премиум, тоже светлый салон идет. Светлый багажник, камера заднего вида есть. Но это не главное в автомобиле, без литья, летняя резина, накладки. Вот здесь, а можно открыть машинку? Вот здесь тоже идет хром, ветровики установлены. 11-й год, 780 тысяч. То есть машину открыли, зеркала заднего вида, так называемые уши, у нас разложились. При закрывании автомобиля, естественно, они у нас складываются. Давайте присядем, посидим, погреемся. Ой, люди в капюшоне, холодно на улице. Климат, магнитофон, вариатор. Знаете, что вот с какой проблемой столкнулся? Не, ну как недавно, давненько, когда машину покупали. Приобрели автомобиль, премиум, бац, а прикуривателя-то нету. То есть я облазил весь автомобиль, вообще весь автомобиль облазил. Я понять не мог, что происходит. А оказывается, в простых комплектациях прикуривателя просто нет. Вот никогда не мог об этом подумать, честное слово. Ладно, следующий автомобиль — это Honda Insight. Сразу написано, есть в статистике, 10-й год, 1,3, гибрид G комплектация, аукционный лист за 605 тысяч рублей. Зимняя резина, на литье он. Вот, тоже открытый. Но это такое, это одно название — гибрид. Аукционник, покраска заднего левого крыла, замена задней левой двери. Вот такого плана здесь идет салончик. Ну, одно время Insight — это был прям самый наипопулярнейший автомобиль. Вот, ну, видимо, люди пропустили то, что гибрид неполноценный. Ну, какой-то, знаете, у него вид вот
Не знаю, это, ну, повторяюсь, это мое личное мнение, вид недоделанного автомобиля. Рядом у нас еще стоит Toyota East. Вот эти автомобили, они были когда-то популярны. Ну, в принципе, они и сейчас популярны, да. Но вот как-то, знаете, как-то дорого. Очень дорого за них. 11-й год, 4 ВД, 680 тысяч рублей.